И всем привет, ребят, с вами сравнивать. Сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашим замечательным анонсам. Сегодня у нас четверг 4 часа уже. Ну и мы, конечно же, вместе с вами будем сегодня рассматривать наши замечательные анонсы дня рождения игры. А если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на канал. Ну и, конечно же, не забывайте про розыгрыш по тегу. Для этого в настройках игры в аккаунте устанавливайте мой личный так так темп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодня, наконец-таки, у нас вышел полноценный анонс дня рождения нашей замечательной игры. Поэтому мы переходим. Ну и смотрим, что же нам здесь интересного такого разработчики подготовили. 4 июня танком становится на год старше. Да, нам исполняется уже 14 лет. Объявляем праздничную программу со 2 числа, то есть с завтрашнего дня. Аж до 19 июня ждет праздничное оформление, особые золотые ящики, праздничные миссии, увеличенные фонды и опыт, обновленные ультраконтейнеры, праздничные режимы, скидки, специальные предложения и много других классных активностей. Настолько много всего. Скидочки у нас залетают 50% на все, на магазин, на гараж и на улучшение. Соответственно, закупайтесь с выгодой со второго по пятое, то есть на все трети элемента. Три дня у нас 50% скидок. Если раньше у нас было один день на магазин, один день на гараж и один день на улучшение, то в этот раз на все сразу. 50% и уже с завтрашнего дня можно делать вкуснейшие затарочки. Это очень и очень круто. Круто. Специальные режимы золотая лихорадка с завтрашнего дня стартует у нас каждый сам за себя, то есть демочка на песочнице, Форости и Сандали с повышенным номиналом выпадения золотых ящиков. А также в этих голдах будут еще голды отдельные с тортиками по 14 тысяч танкоинов. Следующий спецрежим через неделю орехобол, регби на стадионе на кувалдах. Здесь. Ну, наверное, не, сум... не супер интересно будет. В моем понимании. Командная гонка вооружений 16 -го по 19 меняется через каждые три фрага. Командный бой осада подземка и эспланада. Ничего себе! Старые карты, которых нет в матчмейкинге, будут в, командам... в командной гонке вооружений. Вот это интересно. Потому что карты довольно-таки алдовые и. Ну, довольно прикольные, я бы сказал. Специальные предложения появляются у нас. Ежедневные танкоины, подарок мечты, 15 ультраконтейнеров, 7 дней према и 10 голдов за 2500 танкоинов. За 200... Э, за, получается, 20250 ультраконтейнеров. Ну и мой самый любимый это скин контик, скамовый вкусняцкий за 30 тысяч танкоинов. Ультра контейнеры у нас обновленные. Новые устройства, драйвер для викинга, крусейдера и паладина. А также викинг XT появляется здесь. Также все Практически скины у нас тоже здесь имеются, хотя нет, наверное, не все. Сколько у нас тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Семнадцать скинов дополнительных появляется. Ну и три целых пачки с супермиссиями. То есть на протяжении трех целых выходных у нас будут три пачечки. То есть это в сумме можно зафармить 60 ультра контейнеров сверху. А также особые события, вечеринка. В специальном режиме вы сможете поймать наших помощников. Танки в особых красках. Ищите их и уничтожайте. За это можно сверху еще подфармить девяточку ультраконтейнеров. А также секретная вечеринка, которую мы уже, в принципе, полностью подлутали. Обязательно заглядывайте до 5 14 ящиков. Мы будем прятать специальные ящики на сайте игры, форуме и вики, а вам предстоит отыскать их. Что нужно сделать? Ваша задача найти эти ящики. Чем больше найдете, тем больше будет ваш приз. пачки Ящики это очень вкусняцкая. В следующую пятницу 9 мы запустим регистрацию, добавим ящики на сайты. Прежде чем отправиться на поиски, вам необходимо будет авторизоваться на специальном сайте, используя логин и пароль от своего аккаунта. Далее вы получите личный код. Этот код необходимо каждый раз вводить форму которая будет появляться при нахождении ящики иначе ваша находка не будет защитна. опачки прикольно танкисты нашедшие все 14 ящиков получат сверху еще 14 ультра контейнеров б но ну это прям лютейшая фармилка ультра кантов у нас я так понимаю намечается плюс еще сверху эли элитный пропуск у нас появляется про который я вчера уже говорил в принципе эту всю картинку тоже Видел, за 1800 танкоинов еще сверху можно ультраконтейнеров зафармить. Ну и золотой ящик тортик, который также появляется. Х2 фанды и опыт у нас будет на пятницу, субботу, воскресенье на протяжении всех этих трех недель. Ну и дополнительное оформление у нас тоже залетает. В целом, что я могу сказать? Ээээ... Все ожидаемо. Все в том виде, в котором я плюс-минус э, видел и прогнозировал, оно и выходит. Ну и вкуснецкие, вкуснецкие скидоночки, да. Э, не понимаю только, почему у меня вот эта картинка не показывается. Нет, нельзя ее посмотреть. Не знаю, что там за картинка, но она у нас не открывается. Возможно, эта картинка как раз-таки со скидками дополнительными. Если обновить страницу, а вот она появилась вкуснец такая картиночка со всеми ивентами. И здесь все моменты, скидки, все показывается. В целом, вполне себе неплохо. Только единственное, здесь по дням не написано ничего. А здесь уже по ходу расставлено, да? Что у нас и как? Да, по ходу по одному дню у нас все-таки будет скидки. Как всегда, по дефолту. А я уже думал, будет 3 дня скидок. Думал, будет еще более контентово. Пишите, что вы думаете по поводу праздника. Отличная возможность зафармить безумно большое количество кристаллов. И потратить их. Есть у каждого из нас. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравился данный видеоролик. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также, конечно же. Не забывайте подписываться на тележечку, ссылочка на которую есть в описании. Весь лайв контентик и вся информация по стримам выходит именно там. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.